знаем, что есть много разных редких инструментов. Многие считают, что орган — редкий инструмент. Это действительно так, но еще реже карильон. Потому что карильонов в России всего 4 штуки. И всего единственный, который может передвигаться, это карильон Белгородской филармонии, который сегодня приехал на фестиваль Чайковского. Это механический инструмент с внедрением электронных технологий. Под каждой клавишей, которые располагаются на игровом пульте, это клавиши для рук и для ног, есть пьезодатчики. Пьезодатчики считывают силу удара исполнителя, передают через компьютер к языкам колокола. Языком называется то устройство, которое ударяет по стенке, по ударному ободу. В колокольном мире его называют юбка. У колокола есть юбка. В больших колоколах внутренней части ударяет по внутренней части, в маленьких колокольчиках вы можете увидеть языки снаружи. Вообще колокола закреплены неподвижно, чтобы в процессе езды никаких звонов не было, работает только язык.